Кирове арестован 18-летний курьер из Казани. Молодого человека обвинили в 4 эпизодах мошенничества. Парень стал частью схемы «Мама, я в беде». Он забирал деньги у пенсионеров и переводил своему куратору. Детали обвиняемый рассказал в отделе полиции. В чем заключались твои действия? Забирать деньги у людей. Егору 18 лет, а он уже под следствием. По словам молодого человека, несмотря на безобидные курьерские действия, он понимал, что участвует в криминальной схеме. Какие деньги для кого они предназначались, знал? Нет. Преступность своих действий осознал? Да, осознаю. Осознание Егора теперь вряд ли поможет пострадавшей пенсионерке. Людмила Матвеевна помнит все, что произошло в день преступления. Сначала ей позвонили неизвестные и сообщили неприятную новость про внучку. У вас внучка попала в катастрофу. Попала под машину. Сбила, и потерпевшая просит 500 тысяч рублей. Женщина была взволнована. Мошенники постоянно держали ее в напряжении. Звонили по телефону, диктовали инструкции, как себя нужно вести и кому передать деньги. Я все в пакетик положила и отдала. Просто забирал у них деньги и все. Не деньги, а пакет с вещами. Сейчас Егора подозревают в 4 эпизодах. Ущерб в каждом случае от 100 до 150 тысяч рублей. Чтобы парень не скрылся от следствия, суд заключил его под стражу. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела по мошенничествам продолжается. Устанавливаются другие причастные к совершению преступлений лица. Полиция разыскивает и заказчика этих преступлений, кто получил большую часть похищенных денег. А пока отдуваться за своего куратора придется Егору. За мошенничество молодому человеку грозит реальный срок лишения свободы. Михаил Вагин, место происшествия.